Российская армия продолжает наносить массированные ракетные удары по Украине. С каждым обстрелом Российская Федерация тратит от 50 до 100 ракет. Казалось бы, запасы оружия уже давно должны были исчерпаться. По обломкам ракет, которые прилетели в Украину, определили, что дата их изготовления – это август и сентябрь этого года. То есть россияне, несмотря на санкции, продолжают производить высокоточное оружие. В обломках ракет обнаружили импортные запчасти, в частности, канадской фирмы, которая производит оборудование для навигаций. Учитывая активную санкционную политику правительства Канады и поддержку Украины, эти детали могли попасть в Россию только обходными путями. Канадцы напрямую не поставляли россиянам ни одной детали. Более того, это оборудование четко не подпадало под критерии товара двойного использования. Чтобы такого больше не повторялось, европейское правительство готовится к вводу 9-го пакета санкций против России. 9-й пакет санкций пойдет по пути ужесточения контроля за поставкой в Российскую Федерацию товаров двойного назначения, которые теоретически могут использоваться для воспроизводства высокоточного оружия. Это основная идея 9-го пакета. Так, в новом пакете ограничений Европейский Союз ведет контроль за экспортом товаров двойного назначения на сумму свыше 2,3 миллиарда евро. По мнению лидеров стран ЕС, Россия использует импортные гражданские технологии для поддержки своих оружейных заводов. Также планируется запрет на сделки с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями. Не было бы счастья, да несчастье помогло. С новыми ограничениями столкнутся и российские металлурги. После предыдущих 8 пакетов санкций 70% металлургического сектора России сократили свою работу. Впрочем, после того, как армия Путина выпустила тысячи ракет по мирным городам Украины, европейцы решили ужесточить санкции. Будут ограничения по инвестициям в горнодобывающую отрасль. 30% горнодобывающих работ в Российской Федерации осуществляются через совместные предприятия, которые созданы в том числе и с европейскими компаниями. Сейчас будет запрет продолжения инвестиций в горнодобывающую отрасль. Планируется запрет на сделки еще с 3 российскими банками. А список подсанкционных лиц расширится еще на 180 фамилий, среди которых путинские чиновники и олигархи. Но все эти Дерипаски, Алишеры Усмановы, Фридманы, Абрамовичи, все эти люди являются частью системы, и их ультра вот эти большие доходы, это все обеспечено как раз авторитарным кровавым путинским режимом. И чем быстрее эти люди начнут действовать против самого Путина, который вот их во многом породил, то тем больше вероятности у них есть сохранить сегодняшнее свое положение и вот все эти финансовые возможности, которые у них накопили. Также в проект пакета включен запрет на 4 российских медиаканала, которые, по утверждению европейских стран, используются для продвижения московской пропаганды. Пропаганда убивает не меньше, чем убивают российские ракеты. Кремль продвигает через собственные ручные медиа те нарративы, которые очень негативно влияют и на ситуацию внутри европейских стран. В пределах 6-го пакета санкций от вещания в Европе были отключены каналы «Россия-24», «ТВ-центр» и «РТР Планета». Какие медиаресурсы заблокируют в этот раз, будет известно после окончательного голосования членов Еврокомиссии, которое состоится в ближайшую неделю. Солидарность является примером того, как мы можем противостоять агрессору через решительные действия и сотрудничество во благо Украины и всего мира. Именно тогда общественность сможет ознакомиться с окончательным 9-м пакетом санкций и перечнем новых ограничений для России. До конца этой недели еще есть время, и вполне вероятно, что документ может расшириться. Самой большой опасностью для всего мира является экономическая возможность России продолжать масштабное вторжение и масштабную войну. Поэтому сегодня эти санкции должны быть всеобъемлющими и более действенными. Санкции – это ответ на российскую агрессию в Украине. И остановить этот процесс может только русский народ. Когда путинскому режиму придет конец, россияне снова получат надежду на счастливое будущее.